Сегодня, 28 октября, весь мир отмечает Международный день бабушек и дедушек. Этот праздник посвящен пожилым и самым любимым для каждого человека людям. Инициатива празднования этого дня принадлежит голландцам. В России отмечать его стали с 2009 года. Выбор этой даты не случайен. В древние времена у многих европейских и славянских народов в конце октября проходил праздник почитания семьи. У нас четверо внуков, две девочки, две мальчики. Двое в садик ходят, двое в школу. Ну и пожелаю всем детям, бабушкам, дедушкам здоровья, счастья, чтобы нормально, хорошо жили. Медакадемия учится мои, внучка, внук. Очень хорошие дети у меня. Дай Аллах вам здоровья. Бабушкам, дедушкам что пожелать? Здоровья. А внукам счастья. У вас сколько внуков? Добра. Четверо. И двое внучек. И один правнук. Долгих лет жизни, чтобы не болели. Этот день способствует укреплению взаимоотношений между поколениями. Учит молодежь семейным ценностям. Учит молодежь уважать старших. От всего коллектива «Каспий Медиа» поздравляем наших любимых бабушек и дедушек с этим замечательным днем. Хотелось бы обратиться к молодежи. Старайтесь слушать и ценить своих бабушек и дедушек. Ведь за их плечами огромный жизненный опыт и желание вам помочь согреть своей любовью. Ваше внимание очень важно для них. Они – главные хранители семейных традиций.